Все, поехали. Писька дома. Грей тоже дома. Мы сами поскакали. А следом преследователи идут вдвоем. Куда вы? Я далеко поеду. Специально на лошади, чтобы не пешком. Нет, они идут следом. Вот преследователи. Все, тупают. Я не в манеж. Отрываемся от них. Быстренько поехали. Деловой. Ну ты что? Гавкает он. Крысь с Жуником. 100 лет не выезжали. Жунику все страшно. Пенечек страшно. Собака в кустах страшно. Все страшно. Ну вот выехали в поле. Красота. Кстати, прохладненько. Все, можем рысить. Поехали. Жунь. Опять у нас дорожка из камешек. Жунику тоже не особо нравится ходить своими копытцами. Поэтому он выбирает травку. По камням неудобно. И это с учетом того, что мы, в принципе, не расчищались. И нам пора уже расчищаться. По крайней мере, не так щупает. Но едем дальше.